Прокуратура Кировоградской области отреагировала на сюжет журналистов подробности. Вчера мы рассказывали об издевательствах над осужденными Устиновского исправительного центра номер 37. Обвиняли начальника колонии Сергея Салова. Вот фотографии, которые нам передали заключенные сегодня. На них человек, который сейчас находится в изоляторе. Как вы видите, на его лице следы побоев, синяки и гематомы. Сокамерники утверждают, после этого избиения парень пытался покончить с собой. Прокуратура области сегодня открыла уголовное производство по факту нанесения телесных повреждений осужденному и превышения полномочий работникам правоохранительных органов. На данный момент Сергей Салов не отстранен от исполнения обязанностей. Мы будем следить за развитием ситуации.